В Люберцах продолжается череда окружных субботников. Жители муниципалитета приводят в порядок придомовые территории, парки, скверы и общественные пространства. На площадках, где проводили генеральную уборку, работали мои коллеги. На субботник мы придем и порядок наведем! На этот раз местом массовой генеральной уборки стал парк сказок. Привести в порядок популярную зону отдыха пришли жители со всего городского округа, в большинстве тамилинцы. Я всю жизнь живу в Томилино. Я люблю свой парк. Я помню его очень красивым. И хочу, чтобы он оставался таким чистым, красивым, приятным для отдыха. Это наша драгоценность, этот парк. Сказочный парк избавляют не только от мусора, но и от аварийных деревьев и пней. Участникам субботника помогает коммунальная техника. По всей площади лесопарковой зоны, а это около 30 гектаров, кипит работа. В течение месяца уборки с участием жителей прошли во всех парках городского округа, кроме Малаховского озера и Наташинских прудов. Эти точки оставили для завершающего марафон чистоты общеобластного субботника. Что это взаимосвязь, обратная связь и с жителями, взаимоотношения с жителями, потому что мы сейчас создали общественные советы парков. И это очень важно, иметь, значит, представление, что жители хотят видеть в парке для, скажем, такого некого общения, чтобы учесть их интересы. Коллективная уборка прошла по традиции во дворах городского округа. На субботник вместе с сотрудниками управляющей компании вышли несколько десятков жителей дома 4 по улице Коммунистическая. Сообща, отремонтировали и покрасили забор, очистили газоны от мусора. Лидия Янчевская вооружила секатором. Решила облагородить растущие во дворе кусты сирени. Если люди принимают участие в благоустройстве территории, то они, естественно, будут бережно к ней относиться. Естественно, люди убрали мусор, естественно, уже там и выгул собачек будет как-то уже разумно, цивилизованно осуществляться вне территории двора. Одной только уборкой двора субботник не ограничился. Жители также очистили от мусора территорию, граничащую с детским садом. Старые листвы, бутылок и пакетов набралось около 20 мешков. Двор на Коммунистической теперь не только чистый. В рамках программы благоустройства территории рядом с детской площадкой посадили деревья. Есть где-то территории, где мы убрались, и это заметно, что убрались, а есть территории, такие как бы клочки, их называю в кавычках оазисы, где требуется еще уборка, сбор этой всей грязи, мусора и пакетов, и мы этим занимаемся и будем заниматься. Люберцы должны быть в чистоте, в порядке. Всем жителям, которые вышли на субботу, всем огромное спасибо. 24 апреля в Люберцах состоится общеобластной субботник. Ожидается, что в нем примут участие более 30 тысяч жителей городского округа. Луиза Егиазарян, Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.